Приморцев призывают оформить права собственности на свои дачные участки. Те, кто этого не сделают, рискуют потерять землю. Участки, которые не оформлены в собственность, на карте проекта «Дальневосточный гектар» отображаются как свободные. Фактически на многолетние сады и огороды приморцев сейчас может претендовать любой житель России. По оценкам специалистов, приморцы не оформили в собственность треть всех приморских угодий. Если есть какие-то спорные ситуации, связанные с тем, что если люди полагают, что гектар дальневосточный наложился на их земельный участок, мы предлагаем оперативно делать заключение кадастрового инженера, который бы отрисовал границы того земельного участка, который уже имеется, и идти к нам в департамент, либо в тот уполномоченный орган, который распоряжается земельными участками. В этом случае у нас будет основание для рассмотрения возможности пересмотрения границ земельного участка, именно заявленного под 1 гектар. Спорная ситуация уже возникла в Надеждинском районе. Там владельцы участков оказались на птичьих правах, несмотря на то, что землю возделывают уже много лет. А виноваты сами, не внесли участки в региональную кадастровую карту. В итоге наделы попали под выдачу как дальневосточные гектары в рамках реализации федерального закона.